Еще пару лет назад горожане жаловались на отсутствие в Даугавпилсе сувенирной продукции с изображением городских достопримечательностей. Сегодня, глядя на многообразие магнитиков, тарелочек, керамических кружек, галантерейных и продовольственных изделий, которые создаются под маркой Даугавпилс Прецел, выбрать что-то одно сложно. А даугавпилсские мастера продолжают пополнять ассортимент таких милых сердцу туриста безделушек, и нет предела их фантазии. Мы разработали почтовую открытку, которая наполнена чаем, ароматным чаем. И эту открытку можно отправить по почте по территории Латвии. Можно написать пожелание, написать адрес, наклеить марку в стоимости 38 сантим и опустить почтовый ящик. И ваши друзья или коллеги или партнеры получат вот такой сюрприз. В настоящее время разработаны 11 разных чайных открыток на трех языках – латышском, русском, английском. Приобрести их можно в туристическом информационном центре, а побывать на их презентации можно будет 21 сентября на празднике дней Даугавпилсского края. И еще одна немаловажная информация. На следующей неделе в Даугавпилсской крепости состоится презентация и гашение новой почтовой марки, которую компания «Latvijas Past» выпустила в честь знаменитого художника Марка Ротко. Обращаем внимание филателистов. Приобрести новую марку вы сможете уже 25 сентября в центре Марка Ротко с 11 до 17 часов.